Всем привет, дорогие друзья, с вами Санёк, вы на канале Playkin Games, и сегодня мы с вами посмотрим бой с боссом игры Bloodborne. Это хранитель древних богов, встречается он в лабиринтах центральной чаши Птумеру и проклятой оскверненной чаши. Босс несложный, он довольно быстро умирает, поэтому подбегайте к нему, у него есть две атаки, бросается огнем какие-то моменты и бьет мечом, конечно же. Больше я у него, заметьте, так не успел, убил его очень быстро. То есть подбегайте, наносите серию быстреньких ударчиков, ХП у босса будет вылетать очень быстро. Нанесли серию ударов, стамину восполнили, опять подошли, увернулись от удара и нанесли ему свои. Все, босс уничтожен, проблем никаких нет. Я думаю, вам видос зашел, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кому понравилось. С вами был Санек, до новых встреч в новых видосах. Всем пока.